Вот Барбара Стрейзенд не доверяет Сири. Она уговорила главу Apple изменить произношение ее фамилии в звуковом помощнике. В нынешней версии программы Siri произносит фамилию Стрейзенд через букву «З», через звук «З», тогда как на английском языке она читается через мягкий звук «С» – Стрейзенд. Вот актриса и певица раздобыла телефон главы корпорации Тима Кука, позвонила ему. Ну, тот, конечно, услышав любимую актрису у себя в трубке, с радостью согласился внести изменения. И в новой версии программы от 30 сентября имя звезды зазвучит по-новому. Успейте сравнить.